Все, Сереж, выдыхай. Иди в тачку, перетрем. Пидор сытый. Че, Ген, желудок слабый? Да ладно, можешь не смотреть. Я этого пупила сейчас еще чуть потанцую, потом на части попилим и мопсам Ленкиным отдадим. Дурак ты, Сережа. Обыкновенный дурак. И тачку замараешь, и наследишь. Да и че резину тянуть? Маслину и дело с концом. Какой ты скучный, Ген. Я же не предлагаю тебе про пастора блаженного гнать, как в фильме «Бабы» той. Ну, про Черного и Потлатого. Помнишь, что Витька смотрели? Какой еще бабы? Ну, как ее, Тарантинова или как ее... Бля, ладно, все, давай я его просто финкой порешаю, а там уже чего-нибудь придумаем. Тебе, Сережа, не дела серьезные решать, а хвосты верблюдам закручивать. В нашем-то деле важна практичность. Быстро вольнуть и к ребятам на карьер. Да, вот тебе и практичность. То есть вместо того, чтобы собак Ленкиных накормить, лучше червей, да? Все, не шелести. Я сам с ним разберусь. Покури пока. Мля, а где тело-то? Ты что, дверь в гараже не закрыл?